Сегодня в повестке дня ратификация 15-го протокола Конвенции о защите прав человека. Мы поддержим ратификацию этой конвенции, потому что это внесение изменений в преамбулу конвенции, где говорится о том, что государства, члены конвенции, а Россия член конвенции, субсидиарно несут ответственность за защиту прав человека и гражданина. Ну, мудрёный термин. Если по-простому объяснить, в чем смысл этой 15-го протокола. Сегодня, если мы ратифицируем, главный приоритет по защите прав человека и гражданина в Российской Федерации возлагается на государственные органы России, прежде всего суды всех инстанций. И получается, что вот сейчас иногда люди подали иск в суд по защите своих прав. Первый там ближайший районный суд им отказал, они тут же Европейский суд по правам человека. А некоторые даже вообще не обращаясь в российский суд, прямо пишут туда. Вот теперь, пока все инстанции судебные не будут исчерпаны, то есть это районный суд, потом городской, потом региональный, потом верховный, потом коллегия верховного. Одним словом, вот эти все меры нужно использовать по максимуму. И я уверен, что сам Европейский суд, внося такой протокол, преследует цель разоружить себя, а наша задача, чтобы под большей юрисдикцией России находились именно права человека и гражданина. Поэтому наша фракция поддерживает.